Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка и литературы. Сегодня на уроке мы будем учиться выразительно читать, отвечать на вопросы по тексту, определять главную мысль текста, познакомимся с личностью и творчеством Александра Исаевича Солженицына. А чтобы познакомиться с темой урока, я предлагаю отгадать загадку. Удивительный ребенок, только вышел из пеленок, может плавать и нырять, как его родная мать. Правильно, ребята, это утенок. Сегодня на уроке мы знакомимся с личностью и творчеством великого русского писателя 20 века Александра Исаевича Солженицына. Обратите внимание на его годы жизни 1918-2008 год. Александр Исаевич прожил яркую и долгую жизнь. Он был не только писателем, но и выдающимся драматургом, публицистом, историком, общественным и политическим деятелем. Мы прочитаем его рассказ «Утенок» из цикла «Крохотки». Внимательно прочитайте текст рассказа, соблюдайте знаки препинания, делайте логические паузы и послушайте, как читаю этот рассказ я. Маленький желтый утенок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит. «Где моя мама? Где мои все?» А у него не мама вовсе, а курица. Ей подложили утиных яиц, она их высидела между своими, грела равно всех. Сейчас перед непогодой их домик, перевернутую корзину без дна, отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. «А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони!» И в чем тут держится душа? Не весит нисколько. Глазки черные, как бусинки. Ножки воробьиные. Чуть-чуть его сжать – и нет, а между тем тепленький. И клювик его бледно-розовый, как на маникюренный, уже разлапист, и лапки уже перепончатые, и желт в свою масть, и крылья пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличился характером. А мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмемся, за 20 минут целый мир перепашем. Но никогда, никогда со всем нашим атомным могуществом мы не составим в колбе. И даже если перья и косточки нам дать, не смонтируем вот этого невесомого, жалкенького, желтенького утенка. Ребята, проведем словарную работу. Высидела между своими. Сидя на яйцах, вывести. Корзина. Плетеные изделия из прутьев, драни, камыша для упаковки и переноски разных предметов. Навес. Кровля на столбах или иных опорах для защиты какого-нибудь места от солнца или непогоды. Мешковина – грубая, прочная ткань, предназначенная обычно для изготовления мешков. Душа – внутренний психический мир, его переживания, настроение, чувства. Чуть-чуть его сжать – и нет. Исчезнет, погибнет. Как на маникюренный, блестящий, клювик разлапист – с широкими, похожими на лапы, расходящимися частями, раскинувшись широко в разные стороны. Лапки перепончатые, лапки, имеющие перепонки.
масть, цвет шерсти у животных. Крыльца выпирают, крылышки. Атомным, связанным с использованием атомной энергии. Могущество, большая сила, влияние, власть. Колба, стеклянный сосуд различной формы, чаще всего шарообразный или конический, с длинным горлышком, употребляемый для нагревания жидкостей при химических работах. Не смонтируем, не соберем в единое целое. Невесомого, не имеющего веса. Жалкенького, вызывающий жалость, сочувствие, достойный сострадания. Запишите в тетрадь некоторые из этих слов. Высидела, корзина, навес, мешковина, душа, чуть-чуть наманикюренный, разлапистый клювик, перепончатые лапки, масть, колба, невесомый, могущество. Проверьте себя. Для проверки понимания текста ответьте на несколько вопросов. Ребята, кто лирический герой рассказа «Утенок»? Правильно, ребята, герой рассказа – сам автор, потому что повествование ведется от первого лица. Какие чувства испытывал автор? Автор восхищен и рад, что природа произвела такого невесомого маленького утенка. Найдите в тексте описание утенка. Маленький, желтый утенок с беловатым брюшком, с тонких своих ножек. Глазки черные, тепленькие, клювик его бледно-розовый, крыльца пушистые. Невесомого, жалкенького, желтенького утенка. Ребята, вспомните, как называется этот прием? Правильно, ребята, это эпитет. А что такое эпитет? Эпитеты – это образные определения, характеризующие свойства, качество явления, предмета. Поработаем с тетрадью. Запишите в тетрадь описание утенка. Маленький желтый утенок с беловатым брюшком, с тонких своих ножек. Глазки черные, тепленький, клювик его бледно-розовый, крыльца пушистые, невесомого, жалкенького, желтенького утенка. Проверьте себя. Ребята, ответьте на вопрос. Какие еще средства художественной выразительности использует Солженицын в своем рассказе? Правильно, сравнение. Ребята, вспомним, что такое сравнение. Сравнение – это образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается художественное значение первого предмета. Приведем пример сравнения. Глазки черные, как бусинки. Клювик его бледно-розовый, как на маникюренный. Ребята, вспомните, что такое метафора, и попробуйте найти метафоры в тексте. Правильно, метафора – это переносное значение слова, скрытое сравнение, построенное на сходстве или контрасте явлений, в котором слово «как будто», «словно» отсутствуют, но подразумеваются. Приведем пример метафоры. Ножки воробьиные,
невесомого, жалкенького, желтенького утенка. Ребята, вспомните, что такое риторическое восклицание, и найдите его в тексте. Правильно, риторическое восклицание – это построение речи, при котором в форме восклицания в повышенной эмоциональной форме утверждается то или иное понятие. Приведем пример. Но никогда, никогда со всем нашим атомным могуществом мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, не смонтируем вот этого невесомого, жалкенького, желтенького утенка. Ребята, посмотрите, каким знаком препинания и почему заканчивается рассказ. Правильно, рассказ заканчивается многоточием. Многоточие служит для обозначения прерванности речи, незаконченности высказывания или пропуска в тексте. Приведем пример. Но никогда, никогда со всем нашим атомным могуществом мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, не смонтируем вот этого невесомого, жалкенького, желтенького утенка. Автор говорит о том, что его по-настоящему тревожит, а многоточие предлагает нам додумать то, что недосказано. Подумайте, что хотел сказать автор, но не сказал, и предложил нам самим додумать, чем можно закончить рассказ. Правильно, природа совершенна. Ее надо беречь, любить и восхищаться ею. И подведем небольшой итог. Сегодня на уроке мы учились выразительно читать, отвечать на вопросы по тексту, определять главную мысль текста, познакомились с личностью и творчеством Александра Исаевича Солженицына. После урока прочитайте рассказ «Утенок» своим родителям. Во время чтения соблюдайте логические паузы. На них укажут знаки препинания. Читайте выразительно, без ошибок. И если захотите, попробуйте нарисовать утенка. На этом наш урок заканчивается. Я желаю вам добиться успеха и в чтении, и в рисовании. И жду вас на следующем уроке.